Тема 713. Переработка картонных коробок в топливные брикеты. В комментариях к идее продажа картонных коробок слэшу один предприниматель посетовал, что ему эти коробки девать некуда. И было бы замечательно, если бы у него был аппарат по их переработке, а именно по преобразованию картонных коробок в топливные брикеты. Может быть, описанный в прошлой идее мини-завод по переработке пластика таким же образом подойдет для создания из картона топливных брикетов. Ведь если он измельчает и прессует пластик, то же самое он может делать с картоном, ну, или чуть-чуть иначе. Тогда из отработанного картона можно получить не просто некую вещь, а крайне нужную в любом, особенно частном, хозяйстве вещь – топливо. Такой товар особо рекламировать не нужно, найти всех обладателей печей и предложить им экологически чистое, недорогое топливо. Материал для изготовления брикетов можно подбирать на улице, у дворовых мусорных контейнеров или у подъездов домов. Собирать на задворках магазинов. Вывозить из квартир частных лиц, или выкупать их за копейки. И бизнес на переработке картона можно сделать двумя способами. 1. Продавая топливные брикеты. 2. Продавая бизнесменам, а также дачникам и деревенским жителям, установки по изготовлению топливных брикетов. Я почитала в интернете, топливные брикеты сегодня из чего только не делают, и из макулатуры, и из веток, из опилок и даже из кроличьего навоза. Я нашла два видео, показывающие, что такие установки можно также сделать самому из подручных материалов, так что тот, кто этим вопросом озаботится, сможет их сделать. В первом видео показан самодельный станок для измельчения картона и бумаги. А вот на этом видео можно посмотреть пресс, который из измельченного картона или бумаги делает топливные брикеты, как я прочитала в одном материале, для того, чтобы брикеты лучше держали форму, можно до прессования добавлять в измельченную и увлажненную смесь крахмал. Сушить их можно на улице, желательно под солнцем, на ночь лучше укрыть полиэтиленом. Они горят дольше, чем дрова. И оставляют мало пепла. Не продадите, так сами сможете ими пользоваться. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.